Здравствуйте, дорогие друзья! Опять добро пожаловать на мой канал Gemstone Deal. Для вас принес одно еще видео, которое есть информация об камне Moonstone. На английском говорят, такой белый, молочный, свет бывает, красивый. Еще там место рождения Индии, африканские страны есть, Шри-Ланка, Таиланд бывает. Здесь я буду специально вам объяснить, как мы можем оценивать камни Moonstone, потому что это не очень дорого стоит камень, но если не очень дорого стоит, хотя бы надо обязательно узнать, чтобы какой-то реальный или нереальный, который вы уже собираетесь платить, это надо платить или не надо такой большой суммы платить. Вот это самый главный, который вам надо узнать. Потому что вот эта вещь никто никому говорит, чтобы какой-то цена там есть камня. Потому что вот это самый большой секрет на камне, который люди не скажут никому. Поэтому, если хотите по бизнесу заниматься, слушайте внимательно, рассматривайте. Если как вам свободное время будет, это вам будет полезно. Поэтому, как вы будете оценивать камни, сначала вам надо узнать 3-4 видов, какой это основные знания, которые вам я буду объяснить. Сначала вам надо узнать, какой это камень качество есть. Если качество красивое, хорошее, значит там белый, молочный, свет чистый есть, тон не меняется. А потом еще там видно красиво, там сверху камня бывает какой-то красивый камня, красивый свет изменяется. Вот это тоже надо узнать, если там красиво видно, то это значит, есть цена нормальная, заработка есть нормальная там. А если плохо видно и там свет тоже молочный, белый, который есть, вот это тоже слабенький и там тон тоже меняется на другой цвет, а тоже падает цена. Еще там, если размер камня будет большой, то уже цена повышается. Если размер меньше будет, то цена падает из-за этого тоже. А четвертый еще, если камня будет огранка красивая, угольный будет, нормальный, там полировка нормально будет, то уже цена тоже повышается. Вот это 4 вещи вам надо вспомнить везде, если вы хотите купить камни или хотите продавать камни. Это надо узнать обязательно. Это важно надо вам узнать. До следующего видео я вам буду спрашивает, чтобы вы мой канал subscribe сделали, like, share сделали, чтобы люди, которые не понимают, не знают о камне, они то и узнали. До свидания. Спасибо.